В поликлиниках Бендер сегодня возобновили вакцинацию Пфайзером и Астразенекой. Новая партия поступила сегодня утром. Многие ждали именно эти вакцины. Желающих приветствовать сегодня было больше, чем обычно. На данный момент человек делает Pfizer. Pfizer флакон идет на 6 человек. Мы собираем 6 человек на флакон и открываем. В прививочном кабинете дверь сегодня почти не закрывается. В поликлинику привезли вакцины, которых не было больше недели. Прививки Pfizer'ом и AstraZeneca начали делать после обеда. Я сначала делала Спутник, а сейчас я решила делать Pfizer. Я ждала, да, чтобы... Я делалась, была и сказала, подождите, вот я сегодня пришла. За час на прививку пришло порядка 30 человек. Были те, кто по записи, многие сегодня приходили и без нее. Говорят, услышали по телевизору, что привезли новую партию вакцин. Надо, во-первых, уезжать. Хочу за границу поехать. И вот как бы поэтому я вакцинируюсь. Меня ничего не пугает, все нормально. Вот получили Pfizer и решил прийти и вакцинироваться. Просился с работы. В Бендерской центральной поликлинике вакцинируют всех желающих. У прививочных кабинетов живая очередь. С утра по Бендерам развезли 3000 доз Pfizer и больше 400 AstraZeneca. Есть и другие препараты. На сегодняшний день мы можем вакцинироваться и ревакцинироваться согласно нашему графику Спутником, Pfizer, Moderna и Sinovac. Каждая из вакцин себя зарекомендовала очень хорошо. Каждая мы не наблюдали никаких серьезных осложнений после вакцинации любой вакцины. Желающие сегодня были не только на вакцины из новой партии. Александр хотел прививаться исключительно спутником. До этого переболел, ждал, пока пройдет нужное время для прививки. Мне нравится больше спутник. А болели тяжело? Как? Нет, я дома перенесся. Но все равно решили вакцинироваться. Ну так правильно вакцинироваться. Мы всегда вакцинировались, раньше прививки делали от гриппа, из детства делали. После прививки здесь же, в прививочном кабинете, выдают сертификат о вакцинации. Несмотря на большое число желающих, ждать сертификат недолго, 5-10 минут. Сейчас электронный вариант, но мы даем каждому на руках. Мы даем. Но они скачивают себе, программа у нас висит и в коридоре, везде доступна. Всего в Бендерах открыто 8 пунктов вакцинации, включая медпункт на центральном рынке. Прививочные кабинеты будут работать и в выходные. Вакцины из новой партии сегодня получили и другие города Приднестровья. Вакцинация в поликлиниках начнется завтра. Ирина Руснак и Игорь Мацота, ТСВ.